Это давеча. Продолжаем выпуск. Летние каникулы, время работать. В Кирове стартовали трудовые лагеря для подростков. В них ребята от 14 до 18 лет могут помочь благоустроить город и заработать. За 21 день школьники могут получить 3700 рублей. Взамен они должны по 4 часа в день подметать тротуары, прибирать газоны, красить скамейки и качели. Затем, насколько качественно школьники выполняют свою работу, следят квалифицированные мастера. Чтобы попасть в такие трудовые лагеря, школьникам необходимо обратиться в Центр занятости населения или в территориальное управление по месту жительства. С собой необходимо иметь разрешение на работу от родителей, медицинскую справку, трудовую книжку и страховое свидетельство. Ребята, как правило, те, которые поработали вот на этих работах, они уже никогда не ходят, не мусорят, они уже не выбросят билетик, выйдя из автобуса, они уже не бросят там стаканчик от мороженого мимо урны и так далее. Вот в какой-то степени вырабатывается еще и культура городского общения.